Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан празднует День Андрея. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, иконописца, преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца, стратоптецев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения Врача, благоверного великого князя Андрея Боголюбского, праздницы обретения мощей преподобного Ефимия Суздальского чудотворца и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также праздница иконы Божьей Матери Калацкая. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мире иной.